Доброе утро, категорически всех приветствую, дорогие друзья. Давно не было никаких видео. Был очень занят, если честно. Работа, 6 дней в неделю. Много моторов поломали водители местные, так что пришлось уже сделать 3 и еще на очереди 2, как минимум. Но сегодня хочу показать, наверное, одну из самых массовых машин, которая перегоняется в страны СНГ отсюда, с аукционов, разбитая, не разбитая, в хорошем состоянии, плохом. Это вот он, Dodge Journey. Dodge Journey. Итак, с вашего позволения, переключу камеру в вид от первого лица. Вот он, автомобиль. Передний привод. По-нашему это считается кроссовер или универсал. Автомобиль в хорошем состоянии. Сейчас минус 4. Аккумулятор, конечно, немножко подгулявший, но тем не менее завелся, все хорошо. Сейчас давайте мы начнем с мотора. Вот. С мотора мы начнем. Вот он, рычажок открывания. Открываю. Так. Салон пусть греется. Мне надо из машины, точнее из дома, вывести на нем мусор еще, секунду. Вот у нас находится он здесь, этот язычок. Сейчас, где его находить? Подожди. Вот здесь. Ему вверх, и все хорошо поднимается. Так. Газовых упоров, естественно, нет. Это бюджетный автомобиль. Вот он, наш мотор. 2,4 литра. 170 или 173 лошадиные силы. И 4-ступенчатый автомат. Мотор работает ровно, чисто. Немножко попискивает ролить. Вот так, в общем, давайте пройдемся по компоновке. Вот у нас гидроусилитель. Расширительный бачок. Это у нас омыватель. Воздушный фильтр. Щуп для коробки передач. Очень-очень удобно. Потому что некоторые машины имеют просто пробку. Тормозной расширительный бачок. Здесь, ну, в принципе, все видно. Мотор как бы не самый мощный для этой модификации, но позволяет ехать довольно-таки уверенно. Машинка в хорошем состоянии. Поехали, посмотрим, что у нас в салоне. Пусть она греется. Сейчас я вам буду. Вот уже начинает отогреваться. Так, что у нас здесь? У нас, кстати, вот бесключевой доступ на всех дверях, на всех 5 дверях. Нет, извините. Получается, на передних. Вот у меня 2 ключа есть. Давайте смотреть. Здесь. Нет, все. Прошу прощения. Бесключевой только на передних дверях, как у меня на Nissan был. Итак, вот. Вот что мы видим. Давайте я сяду. Машину я вымывал. Пылесосил, конечно, чуть-чуть осталось, но она все равно, браво, она была чистая. Давайте начнем слева направо. Обивка мягкая. То есть это не деревянная, как вот на вообще бюджетных. Здесь под кожу мягенькая, но здесь уже начинается деревянный пластик. Ну, машина как бы такая не дорогого сегмента. Здесь под полулитровую бутылку, под документы. Здесь были компакт-диски у людей. Здесь управление зеркалами. Автоматический теплоподъемник только у водителя. Блокировка стекол. Открыть, закрыть. Закрыть, открыть, все работает. Так, это у нас дефлектор вентиляции, регулируется так, открыть, закрыть, то есть все, в принципе, стандартно. Переключатель, габариты, фары и, наверное, как-то противотуманок здесь нету. Здесь их впереди нету, поэтому включить их, понятное дело, не могу. Не хочу ничего ломать.
Здесь регулировка подсветки, больше, меньше. Вот она, видите, о, делаю меньше, делаю больше. То есть все как положено. Здесь руль повернут в удобное положение, чтобы видно. Нажимаем на левый подрулевой, это омыватель передний, задний дворник. Вот как видно, он должен работать. Вот он работает. Ну, я, естественно, это повороты, дальний свет, все стандартно. Из приборов тахометр, температура, бортовой компьютер, спидометр и уровень топлива. Бортовой компьютер управляется кнопками на руле. Есть голосовые команды, есть Bluetooth, подключение телефона, протокол. Естественно, круиз-контроль. Руль такой приятный, на ощупь, неизношенный, удобный хват. Давайте пройдемся по меню. Вот меню я оживил. Вчера я подкачал колесо левое, заднее, оно в нормальном состоянии. Но все равно что-то показывает мало. Ну, мало-то и мало. Температура минус 6, хотя мне телефон показал минус месседжес. Давайте в сообщение зайдем. Надо, пишет, надо поменять батарейку. То есть, ну, машина за вас переживает, получается. Так, что здесь еще у нас? Информация автомобиля. Давай сюда. Температура охлаждайки, температура масла, температура в коробке, часы работы двигателя. Это все разве, да? Ну давайте еще. Нет, все. Ну, бэк так бэк. То есть, как говорится, нам хватит. Вот. Трип, давайте его обнулим, этот трип, так сказать, вот. И все у нас пойдет заново, да? Обнулим все. Обнулим все. Вот так. И, в принципе, здесь больше ничего особо нет. Поэтому выключаю, мне как-то спокойнее, когда оно ничего тут не все. Так, ручник, естественно, как у всех автомобилей американских, он у нас ножник. Одно нажатие установлено, ну вот загорелось. Второе нажатие снять. Понятное дело, тормоз. Тормоз, газ. Две педали. Здесь кнопка старт-стоп. Два дефлектора. Компьютер бортовой или мультимедиа, как его кто не назовет. Давайте пройдем сразу. Звук довольно неплохой, но я не хочу его сейчас слушать. То есть звук выключил. Возможность подключить флешку, диск, телефон, Bluetooth, то есть все нормально. Климат. Экран, кстати, сенсорный. Экран сенсорный. Синхронизировать. Пусть будет синхронизировано. Управление потоками воздуха здесь. То есть вот как бы я выбрал на ноги. Удобно. Задний климат, мы до него еще доберемся. Тоже присутствует настройки. Можно вот освещение, часы. То есть как бы выключение мотора с задержкой 5 минут он работает, 45 минут, ну пусть поставлю на 45 секунд, пусть. Дальше давайте. Аудио, это понятно, Bluetooth понятно, ничего особо, как бы, языки, отклик на голос, все ясно. Больше. Температура. Телефон, то есть вот он показывает. Выключить экран. Все, включили. Здесь у нас значок аварийки, кондиционер, рециркуляция. Извините, что у меня этот мутный экран. Чего? Сейчас нормально. Размораживание переднего стекла, обогрев задних зеркал заднего вида и стекол, отключение ESP. Мультимедиа, температура водителя, скорость вентилятора, вот нажимаете, вот он так. Потом температура пассажира, управление меню. Здесь у нас под диск, здесь у нас вот розеточка есть, в принципе, как и
предыдущем Джорни 10-го года. Он у меня был два подстаканничка. Коробка. Задняя нейтралка драйв. Есть спортивный. Спортивный, как бы. Но это не спортивный, это просто мануальный режим. Но эта машина не для гонок. Соответственно, какой смысл ее осиловать? Так. Нажимаете на кнопку, и три раза машина махает дворниками. Теперь давайте заглянем бардачок. Вот такой с подсветочкой есть. Бардачок с подсветочкой. В дверях карманчики тоже. Для бутылочки. Также из таких штук интересных вот есть у нас бокс. Там есть, видите, вот выход под флешку, аукс. Розеточка 12 вольт и какой-то гамно лежит, я его выброшу. Не надо. Так, это то, что у нас спереди. Потом подсветка водителя, пассажира. Также вот зеркала, ну понятно, оно мне как бы не надо. А вот с пассажирской стороны жена будет недовольна, если нет подсветки. Сиденья, в общем-то, удобные. Такие, мне как они похожи на восьмерочные, девяточные. Только вот, вот эта боковая поддержка не дает вам выпасть. Давайте откроем. Пересядем назад. Пересядем назад. Кстати, пробег 220 тысяч. Показал. Давайте еще. Так. Вот такая вот погода у меня тут хорошая. Солнышко светит. Все вынье, все обмерзло. Давайте сюда. О. Замерзло чуть-чуть. Так, здесь, ребята, здесь, в принципе, стандартно. Стеклоподъемничек, кармашки такие же отформованные, динамик. Кармашек есть вот в сиденье, розеточка 12 вольт. Здесь из интересных вещей вот такие вот есть лючки. Вот, сюда можно как ящички что-то положить. Но мне оно особо не надо, я вам покажу еще с этой стороны. Смотрите, тоже такой же. Очень удобно. Очень удобно. Но за этим всем скрывается один существенный минус. Один существенный минус, до которого мы еще дойдем. Вот, здесь у нас есть подлокотничек такой, с подстаканничками. Ну да, вообще эта машина как бы двух, сзади два места. Она как бы семь мест, то что вот сзади еще, но это двух. Из интересного здесь есть, видите, свои дефлекторы. Температура, направление воздуха, крючочки, подсветочка. То есть все как бы удобно. Сиденья должны ерзать, а где-то, а вот они ерзают, вот так. Сейчас дай, как мне его, сейчас секундочку, как мне его отерзать, вот это. Ага, это складывается спинка. Спинка регулируется по наклону, вот этой вот ручкой. Это ерзает оно вперед, назад вроде. Должна ерзать, ну ладно. Короче, ерзает. Так, это мы посмотрели. Теперь давайте багажник. Ну тут у нас антенна, омывашка. Вот так сюда, оп. Так, здесь подсветка, здесь семиместная конфигурация, но ее можно сложить вот так, раз, и переднюю сидуху подвинуть можно. Сейчас я ее подвину, подожди, машина закрылась, да, почему-то, машина почему-то закрылась, сейчас я ее открою, видно, или ключ что-то, или... Давайте сейчас я его отрегулирую. Вот так. Пусть будет вот так. Она у меня сложена, а я эту сидушку подниму. Все. Вот, багажник большой. Семиместный, там два подстаканничка есть. Лампочка, свои воздуховоды. И давайте глянем, что у нас под полом. Под полом у нас есть небольшой ящичек, в котором есть оригинальный вот домкрат. И больше ничего. То есть запаски здесь нет. Из удобств розеточка, ну, динамики, к
крючочки разные есть, они безопасности. Шо, вот оно, вот он этот автомобиль, вот она эта машина. В принципе, она, да, была приобретена мной с определенными критическими проблемами, но все решено, все нормально. И сейчас как бы поеду и вывезу на ней мусор. И опять припаркую, буду ждать покупателя для этого автомобиля. Вот он, Dodge, 12-й год, 2.4, моторчик шепчет, прогрелся. Подписывайтесь, ребята, дальше будет больше автомобилей. Я думаю, будет более интересное, потому что надо как-то выживать, так сказать, за границей. Всем удачи, счастливо, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем удачи!